по степени лигирования стали условно подразделяют на низколигированные, в них от 2,5% до 5% лигирующих элементов, среднелигированные до 10% и высоколигированные, в которых более 10% лигирующих элементов. В лигированных сталях содержатся специально вводимые в различных количествах лигирующие элементы, обозначаемые заглавными буквами русского алфавита. Например, хром Х, никель Н, молибден М, кобальт К, титан Т и марганец Г. В случае конструкционных сталей число в начале маркировки показывает содержание углерода в сотых долях процента. Числа после каждой буквы – примерное содержание данной добавки в процентах. Если после буквы число не стоит, то количество элемента меньше или около 1%.